Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы работаем с Chrysler Town Country. Нам нужно сделать Евро 2, EGR отключить. Это бензиновый мотор 3.8. Работаем мы с помощью Beatbox. Сейчас у нас идет чтение блока. Сосчитаем, модифицируем файл. И затем уже модифицированный зальем опять в блок. Вот такой Chrysler мы делаем. Правда, идет снежок. Вот такая машина. Работаем адаптером OpenPort. Оригинал, естественно. Так, сохраняем наш файл на рабочий стол. Выключите зажигание. Выключаем. Окей. Итак, файл мы подготовили. Делаем идентификацию. Идентификация успешная. Открываем нашу папку. Вот он пишет, что контрольные суммы некорректные. Он исправил контрольную сумму. И сейчас идет запись. Выключить зажигание на 15 секунд. Вот мы прошили Chrysler Town Car. Давайте включим зажигание и заведем машину. Все, машина завелась, чек не горит, все исправно, обороты набирают хорошо, работа выполнена, выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего, хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого здоровья.